Поклонный вопрос. Добрый день, уважаемый Александр, коллеги. Докладываю об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2015 году. Значит, ну как Сергей Александрович уже заметил, заседание это у нас плановое. Мы аналогичное заседание проводили в прошлом году. По итогам заседания было принято решение КЧС. Значит, данное решение КЧС выполнено в полном объеме. Все мероприятия спланированные, значит, доведены до логического завершения.